Всем привет! Сейчас будем жарить с вами шашлык. Вот, я заранее угли взял магазинные, растушил их заранее. Вот сейчас будем растапливать. Вот, но я растапливаю сухим горючим. Намного удобней. Вот сейчас покажу. Может, многие пользуются. Ну и жидкости уже сжигают. Но я сейчас жидкостью не очень нравится. Вот такими вот таблеточками. Вот. Вот такое горючее. Сухое. Так. Ох, морозец крепкий. 15 градусов. Декабрь месяц. Приятно. Погодка такая. Шепчет деревенская. Мы сейчас за городом. Вот, ребятки, ну, сейчас я зажгу костер, потом свяжемся. Так, друзья, вот я уже растопил. Ай, дрова такие хорошие. Уже запах приятный, без мяса. Ну вот, сейчас пойдем нанизывать мяско. Сделано на барбекю и сделано на шампурах. Вот, так, ну, сейчас будем пробовать. А погода шикарная. Березка. Русская душа. Так, ребят, уже темнеет. Уже вынес мясо. Ой, все. Жирок капает. Так, огонь. Ну, сейчас потушим. Так, сейчас, секунду. Сейчас огонь потушу. Так, ну вот уже у нас румянец появляется. О, собаки радостные бегают вокруг. Сейчас жарим классный шашлык. Так, друзья, если хотите рецепт, пишите в комментариях, напишу. Вот, ну просто, знаете, в интернете смотрю часто ролики. И больше всего мне не нравится название ролика «Как правильно приготовить шашлык». Ребята, нет такого понятия «правильно». Есть понятие «вкусно». Приготовить шашлык. Вот. Это да. О, уже дерутся. Всем хватит косточек, ребят. Да-да. Вот. Поэтому я ролик снимаю так. Просто аппетит вам добавить. Вот. Просто сейчас уже темнеет. Качество уже не то, конечно, съемки, но тем не менее. Если плохо не передается запах. Ну, ребят, наслаждайтесь и приятного вам аппетита. Все, пока.